Всем привет, с вами Ваня. Сегодня мы едем в такой вот город, Мангуккале, в пещерный город мы едем. Мангуккале, пещерный город, на УАЗе таком. Пешком это 5 часов, куда сначала поедем? На скитер? На УАЗе едем. А все равно, куда лучше? Можно и видео будет долгим, интересным. Ну, в общем, переключусь к вам, когда будет что-то интересное. Переключусь к вам. Сейчас идем на гору. УАЗ остановился. Идем дальше. На гору. Пешком. Да. Уже пешком приходится идти. Пошли, пошли. Идем. Вот так, сейчас раз поднимемся. Вот так вот. Идемте, идемте. Поднимемся как на гору, тогда с вами уже встретимся. Пещерный город пойдем. Так, тогда уже и встретимся. Я сейчас в таком пещерном доме нахожусь. Сейчас вылезу, покажу снаружи. Вот такой вот домик. И тут когда-то жили люди. Вот тут еще окно. Ну, пойдемте дальше. Как будем возле второго дома, так с вами встретимся. Вот этот пещерный город. Вот сколько пещерных таких домов. Сейчас зайдем, вот, например, вот в этот. Там какой-то ящик. Такой вот дом. Там еще, по-моему, второй этаж есть, если я не ошибаюсь. Или это уже второй дом. Тут еще вот такой вот дом. Сюда зайти, сюда тоже. Посмотри. Пойдемте туда. А сейчас сюда пока по дороге заглянем. Тоже вот такой вот дом. Пойдемте вот сюда. Поднимайся. Вот так вот. Интересный такой дом. Это судилище было. Вот так оно было сначала. Потом это дорога. Вот здесь вот колонны были, бардачок это все стояло. Ну это храм. Вот видите, церковь вот большие колонны. Церковь такая вот. А так бардачок вот это вот сняло там. Вот колонны делал, здесь они все эти делали. А вот тут вот такой вот яма. Как подвал. Тут еще такие вот ямы. Еще одна. Вон еще одна. И еще одна. Тут пойдемте туда. Там еще. Вот сейчас пойдем к самому интересному. Тут проходим. Вот тут вот такой вот. Это была церковь. Вон такая икона, картина. Вот это такой трон. Вот так вот идем. Тут вот пройдем. Виды превосходные. Пойдемте вон туда. Вот. Идемте. Вон там яма с водой. Воды так много в яме. Еще одна какая-то яма. Комнатка такая своеобразная. И тут еще как церковь. Разные иконы. Календарь. Иконы вот стоят. Вот вниз можно упасть отсюда. Лучше быть поаккуратнее. Вон поля. Приближу сейчас. Вот. Вон. Виды превосходные. Отлично. Сейчас идемте уже в другой дом.
А это дом морской, это же тектонический, вот ракушки все. Пойдемте. Поднимался дна морского. Вот интересно, целая раковина. Да, вот, да, вы, выйдем сейчас. Так, сейчас сюда вниз, так, так, вот, еще один такой вот домик, ямки с водой, выйдем давайте вот сюда вот, тут еще одна гигантская такая яма, вот такая комната еще одна, небольшая, балкон. Немногоэтажного здания. Вот сюда и пойдем. Вот тут вот. Так вот загляну в этот, эту пещеру. Тоже такое. Пойдемте туда. Вот так вот. Вот еще такой маленький такое здание, маленькая комната еще есть. Давайте еще пройдем вот сюда вот, в это такой проем, вон кета, мухи, комары оттуда летят. Вот так вот пойдемте. Ну, как будем в следующих домах, встречусь с вами. Вот еще один такой глубокий такой домик. Я пойду туда. Вон деревья аж выросли возле окна. Пойдемте туда. Идем. Может быть, что-то будет трястись. Извините, если что-то такое. Вот, мы на крыше сейчас дома находимся. Вон там дыра. Еще одна. Пойдемте вон туда, вниз. Вот так вот идемте. Я буду спускаться помедленнее. Вот мы зайдем в тот дом сейчас, в котором мы были. Там, где такая дыра. Наверное. Не, тот дом с дырой подальше. Вот. Подойдем сюда. Вот. Идем вниз в дом. Вот. Такой большой. Не дом, а домина какой-то. Огромный. Моя комната такая. И тут что-то. Шмель. Еще. Вот. Тут еще какая-то такая полочка. Видишь, какой шикарный дом. Он какой большой, хороший дом. О, ящерица. Там была ящерица. Вы, наверное, не заметили. Вон там. Вон, видите? Там ящерица, ее хвост. Будем наверху, если она еще не убежит. Я покажу. Вот такой... Для, наверное, труба какая-то для дыма, чтобы выходил. И еще вот такая вот дырка. Давайте выйдем. Наверх. Аккуратно. Или нет. Вот так вот идем. Ну, будем наверху. Вон еще какой пещерный год. Вон как красиво. Ну, сейчас пойдем, вон туда мы идем сейчас. А потом... Ну, а когда будем, уже придем туда, так смотреть, в таком большом доме, в зерновых таких дырах, вот такая тут вода. Вон, там тоже вода. Я вот так вот попытаюсь, чтобы не намочиться. Вот так вот сбоку пройду сейчас. Сниму пару кадров. Так вот.
Идем, идем, идем. Еще такая зерновая лунка. Вот так вот пройдем сюда. И вот так вот мы отсюда вышли. Пройдем опять туда. И уже выйдем из этого дома. Зерновые лунки тут такие. Так вот, залезаем и сюда. Вот так. И сюда. Много очень воды, пробраться сюда будет тяжело. Ой, у кого-то уже кроссовки. Грязные. Ничего, ничего. Вот сними, вон виды сюда, вот смотри. Так, красиво. Так, и аккуратно, вот так, все. Вон, какие виды тут. И наверх сейчас пойдем. И по ступенькам. Еще лучше. Вот так вот нормально. Потом уже опять все казанные казематы. Воины живут, а вон какой-то кот тут. Как крымское землетрясение что сделал? Это? Крымское землетрясение вон как. Дыра такая. А их тут полно. Ваня, аккуратно. Вот так. Вон кот. Привет. Привет. Вот так вот. Идемте. Нет. Я не курю. Идемте дальше. Бригада вот там дальше, бригада прошла у них. Вот так вот. Вот какой. Вид опять. Не подходи только. Да я, оказывается, боюсь высоты. Бабах. Так вот. Виды. Красота. Вон, видишь, группа какая-то идет. Туристы, мы же ехали, они шли. Вон там какая-то. Такая да. Стена каменная. Ну, встретимся вот, уже вот потом. По каким дорогам едем на этом УАЗе? Качает неимоверно. Хорошо. Вон как какие пески. Дорога вообще. Отстой. Ну, едем как-то. По такой дороге у вас то в одну сторону, то в другую наклоняется. Тут быстро ехать нельзя. Вот мы пришли к третьей линии обороны. Вон она какая. Интересная. Вот. Идемте. Пойдем. Пойдемте. Панорамы, виды. Вообще из этого Мангут-Кале. Да, вот такие виды открываются нам с пещерного города. Почему он дырявый называется? Вообще, если бы вы сами это видели, то вообще бы было. Краешку, Вань, не подходи. Не подходи, пожалуйста. Вань, ты очень близко подошел. Потому что это там... За травой не видно обрыва. Метров это там это... Вот, смотрите, на какой мы высоте стоим. Вон, какая высота. От 30 до 80 метров. 30 до 80 метров. Ну 30 метров это, Вань. Достаточно. Это 10-этажный дом. Да. Хороший 10-этажный дом. Квартирка класса люкс. С видом на море. Такая вот пещерка. Виды от нее открываются вообще через, возле окна. Ну я пойду. Ну, так вот уже. Наверх буду подниматься. Класса люкс, такая пещера. С окошком. На море вид. Мы подошли классная. К самому, почти к самому краю. Вот такая пещера. Там, где край, вон там уже. Гора заканчивается. Давай. Виды там вообще неимоверные.
Сюда, сюда, где я стою. Еще, нет, еще, нет. Еще. Да? Так вот. Нормально, уверенно. Все, все, я вот, все, я. Нет. Вот так вот. Подожди, подожди, люди фотографируются. Притомил меня. Давай. Саш, вон. Да, не надо. Какие горы, виды. Вот так вот. Вообще класс. Да. Уже заканчивается наше путешествие по пещерному городу Мангуб-Кале или да. Бывшее княжество Феодоров. Угу. Сейчас вот к воротам подойдем, я уже попрощаюсь. Нет, ты уже возле УАЗика попрощаешься. Да, ты лучше там попрощаешься. Ну, пойдемте. Все, мы выходим из города, да? Мангуб-Кале, пещерный Кале. Город. Мы сейчас садимся в джип и уже уезжаем домой. Кстати, вот это экскурсовода, брошюрка, можете посмотреть. Визиточка. Ага, визитка. Видно, видно, все. Все, в общем, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. А с вами был Ваня. Всем удачи, всем пока. Пока-пока. Пока.